Подождите, что, мне надо посмотреть еще iPhone. Покажите, пожалуйста, да. Вот я хочу. Четвертый айфончик. Вот, давайте. Спасибо. А вот чтобы вы не торговали больше такой продукцией, и чтобы всем показать, что это все, что надо пользоваться, по крайней мере, изготовлять наши товары, я сделал вот такую штуку, блядь. Вот такую я, блядь, штуку, нахуй. И вот такую, вот. А! Вот так, чтобы показать. Надо пользоваться нашей продукцией, а не этим говном западным. Понимаете? Вот. И еще... все нормально, шеф, все не надо, не мне, все. Сейчас я еще сделаю для всех вот такую штуку, да? То есть, за Россию! Бля! Покупайте русские телефоны, айфоны! Все должно быть нашим, по-любому!